Всем привет, дорогие зрители! Какая красота! Нашел ультралюкс виллу в Алании. Давно не снимаю виллу, потому что занимает много времени. Так, дорогие зрители, нашел одну из самых дорогих вилл в Алании с потрясающим видом. На всю эту красоту покажу, то что тут у нас очень красиво. Площадь виллы 2250 квадратных метров, почти 20 соток, скажем. Этот вид у вас ни в коем случае никогда не закроется. Покажу и с этой стороны. Кого вот интересует вилла в Алании, приезжайте в Аланию, позвоните мне, я вам найду по любому вашему бюджету конфетку виллу для вас. Пирожочек, пирожочек, это Каркаджак, вот это Утопия отель у нас там. Территория со своим открытым бассейном, теннисным кортом. Открытая парковка здесь еще есть. Давайте я не буду томить вас. Опять покажу ту сторону и начну снимать с той стороны. Себя я показывать не буду вам, так как всем надоел уже. Смотрите ролик и на эту виллу. Так, на территории этой виллы, дорогие зрители, у нас есть отдельная кухня. Здесь у нас посудомойка фирмы Бека, холодильник, зона барбекю, гриль, все вот переносная у нас также. Так, виллу пока не буду показывать, проверить доводчики, но все есть, ультралюкс вилла. Вот она, вот. И вот. Видно, да? Как красиво сегодня, потеплее стало. Так, закрою двери. Вот у нас фасад виллы. 450 квадратных метров жилая площадь у этой виллы. 4 плюс 2. 4 спальни, 2 гостиные комнаты. Скажем, как шестикомнатная. Я еще внутри не был. Так что я вместе с вами в первый раз буду смотреть внутрь этой виллы. Цену я оглашу не в конце, не в середине. Не знаю, когда оглашу, тогда я оглашу. Слушайте и смотрите до конца. Значит, у нас здесь открытый бассейн. Посажены деревья. Можете сами что хотите посадить. Здесь зона отдыха, беседка. Вот отсюда вот потрясающий вид на море, здесь фонтанчик. Так. Красота, да? Да. Вот бассейн. Здесь где-то у нас 8 метров на 6 или 4. 8 на 4. Так. Расстояние отсюда до моря, сейчас я вам скажу. Итак, расстояние отсюда до моря, до воды, 3603 метра максимум. Отмерял по карте Google. Дорога неплохая, асфальт, там бетон залитый. Так, ну, обязательно нужна машина. Покажу вам территорию виллы. Здесь у нас теннисный корт, баскетбольная площадка. У меня тоже там редко бывает такое, да, у виллы. Но есть такая вилла. И цена хорошая. Недорогая вилла. Сказал бы, но не могу сказать. Так как очень хорошая цена там. Сами сейчас дайте оценку. Начинайте уже оценить эту виллу. Здесь вот такая территория.
Можно здесь красивый виноград там туда-сюда. Я бы здесь много чего бы сделал интересного, посадил бы, сделал бы лес. Вход. Умный дом. Здесь все у нас, система умного дома. Машины, парковочные места, открытая парковка в этой стороне. В той стороне еще парковочные места. И там у нас вход в эту виллу. 2250 квадратных метров. Вся территория. Так. Идемте смотреть виллу. А то что-то ролик уже длинным стал. Много разговариваю. Входим в виллу. Да-да-да-да. Так. Закроем двери. Вот здесь система умного дома. Там что-то есть. Охранник. Туда-сюда. Сигнализация. Умный дом. Все есть. Прихожая. Так. Давайте начну сразу с гостиной комнаты. Ох, как красиво. Электронный камин у нас. Goodbye написали, выключил. Ну давайте, гляньте на меня, всем привет. Так. Гостиная. Это искусственная у нас. Телевизор фирмы БК. Ультра слим, тонкая. Интересно. Потолки высокие, 285 сантиметров, может быть 290. Выход на эту территорию, вот такой вид, на крепость Алании, на Средиземное море. Кухня и столовая часть. Бытовая техника, все фирмы БК. Что-то там нету ничего, нет. Забыли, что Агаси придет сюда. Нужно что-то поставить, выпить там, закусить что-нибудь. Вот вам технологии. Я нажму, вода не надо. Ага. Естественно, за такую цену все с доводчиками. Угу. Плита, и такая же плита у нас комфортная. Электрическая. Все хорошо. Прекрасно. У меня слов нету. Гранит. Да, гранит, столешница. Также отсюда вид прекрасный на крепость Алании. Идемте дальше. Детально все покажу. Чтоб потом... А, здесь подарочки. Здесь шлепки. Ой, ну я не знаю. Есть лифт дальше. Мы еще вернемся. Лифт. Два этажа. Кнопочки. Люкс. Также есть лесенки. Видите, сами включаются, как меня увидели. Тут пыль. Ай, санузел. Креатив. Ну, та-дам, та-дам, так, уже кто-то хочет купить,
Ну, не знаю, за сколько продает. Собирает денежки, обзванивает всех друзей, знакомых, родственников, фирму. Продает все, что есть там у него. Да. Первая спальня. На первом этаже. Эти у нас для шезлонгов. Шкафчики. Кондиционер фирмы Mitsubishi. Естественно. Такая вилла. Это что-то тоже. А, температура. Теплые полы, кажется, тоже есть. Да, Аркон. Теплые полы в этой вилле. Трещина тут маленькая. Его доделают. Да. Я поднимусь по лесенкам, а потом поднимусь, это спущусь через лифт. Вот. Отключилась? Я, кажется, отключилась. Да. Вторая спальня. Угу. Глубокий шкаф. Так, москитная сетка, ветер, ты могуч, нагоняй стаю туч. Балкончик этой спальни. Теперь нужно закрыть. А то потом я забываю. Все. Угу. Нет, стойте. Я покажу вам и с этой стороны. Здесь как минимум 16 квадратных метров. Как минимум. Может быть 18. Итак. Извиняюсь, старики. Здесь 3 этажа. Это 2-й этаж. 2 спальни показал. Это 3-я спальня. Хозяйская уже у нас. Здесь тоже у нас балкончик 2-й. Вид на горы. Санузел хозяйской спальни. Угу. А здесь даже шкафчик. Так. Кому-то дизайн может понравиться. Скопируйте дизайн себе. И не забывайте. Так. Проходим дальше. Здесь встроенный шкаф. Тут щит. Тоже умный дом. Ага. Здесь сушилка и стиральная машинка. Вот фирма БК. Глубокий шкаф. Ой, тоже холодильник. Видите? Я увидел вместе с вами. Вот. Здесь что? А здесь просто шкаф. Так. Проходим. Еще один санузел. Угу. Форточку тоже не забыли поставить.
Внешность такую, а, душа, ага, молодцы, тоже хорошо придумали, романтично. Так, закрыли. Теперь давайте отсюда начну. Это гостевая комната, когда много там кто-то разговаривает, шумят, можно перейти в эту комнату. Можно PlayStation здесь поиграть, телевизор даже есть, тоже фирма Beko. Здесь есть у нас балкон? Нет, балкона нету. Есть вид на крепость Алании. Коралл. Так, входим в гостиную комнату. Красота. Слов нет. Как это все красиво. Кирпич. Из дерева там. Манса. Ох, отлично. Автоматические роль ставни. Вот. И также окна открываются автоматически. Где пульт? Сейчас покажу. Если заработает. Надеюсь, работает. Эй, эй. Здесь как-то надо выбирать. Первый, второй. Так, вниз. Ага. Что-то спускается. Что-то поднимается. Три. Здесь вы видите, сколько систем там. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не знаю, какая из них. Они спускаются вниз и поднимаются. Здесь маленькая вот эта вкусная часть, чтобы выпить чай, кофе. Красиво, да, потрясающе, шикарно, шикарно. Великолепный вид. Здесь все я снял. Вызовем лифт наверх. Я снова поднимусь. А здесь лестники включаются. Тут тоже окошко у нас. Здесь кладовка. Третий этаж. Сюда позовем лифт, чтобы потом не ждать. Это как открывается. А, здесь теплый. Видите, пол. Так. И у нас четвертая спальня. Вау! Yeah. Здесь вообще гардеробная, оказывается, еще отдельно сделал. О. Для короля и королевы. Для царя и царицы. Для принца и принцессы. Для султана и ее невесты. Да, да. О. Еще вид, да, есть на вид на крепость Алании. Как там шторы открыть? Парт-апарт! Красота! Только этого не хватало.
чуть не заметил. Шпауна, дорогие зрители. Наверное, кто-то мой труп заберет из этой виллы сейчас. Не могу. Склад, как называть, депо. Черепица у нас крыша. Я люблю Аланию, вы тоже полюбите. Должны любить. И также любите Турцию. Турция, I love you. Здесь уже понятно, тоже терраса, там кладовка тоже. Давайте так. Цену знаете, ждете? Не скажу. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Чтобы все мне не звонили, сперва покажу лифт, спущусь вниз и скажу цену. Вот. Зеркало даже есть у нас. Дорогие зрители, на любой бюджет, ну не меньше там 43 тысячи евро, цены поднялись. У меня квартиры, виллы, земельные участки и тому подобное. Бизнес, коммерческая недвижимость. Звоните, пишите по номеру, который я уже огласил. Итак, цена этой виллы вместе с вот этой картиной. 1 750 000 евро. Естественно, есть торг. Звоните с хозяином сам, там сделаем вам хорошую цену. Всем желаю благополучия жизни. Показал вам одну виллу, потому что я давно не снимаю виллу, и погода пасмурная была. Сейчас солнышко светит. Всем пока-пока.